Трем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я отвечу на вопросы SaskFM. Как считаешь, реально остаться друзьями после того, как ты встречался с девушкой? Вообще реально. Как бы весьма реально. Если вам просто нравится как друзьям, скажем так, без каких-либо отношений, то это, да, это вполне себе реально, и можно даже общаться, не прерывать общение, можно рассказывать, можно делиться очень многим, как бы вот. Что из своего прошлого тебе нравится вспоминать с приятной ностальгией? С приятной ностальгией мне нравится вспоминать, как я гуляла по улицам, по московским, как от метро до метро пешком шла, там от института остановки на Красной Ветке внизу до Красной Площади пешком. Вот, и это было время, вот это было интересно. Поделись своим топом фильмов. Топ фильмов у меня небольшой, я его для вас записала на листочке. Это «День Триффидов», «Планета Капекс», «Визитеры», «Парк Юрского периода» или «Юрского периода», и фильмы с Джимом Керри, потому что он просто отлично играет. Мне нравится прям. Ягодка. Джим Керри. Мяу. Мяу-мяу-мяу. Мяу, Джим Керри. Тебе нравится футбол? Ну, когда-то нравился. Сейчас я его не смотрю, ни за кого не болею. У меня просто есть другие дела, и все. Мне нравятся его песни, мне нравится его исполнение. Вот, но скандалы насчет скандалов, я в них не вмешиваюсь, я их не слышала и вообще не хочу ничего знать о каких-то скандалах. Потому что, скандалы — это всегда негатив, и это в основном пиар. Куда пропали твои чувства, когда ты разлюбил? Или ты умеешь их хорошо прятать? Вообще, чувства настоящие, они не пропадают, их можно маскировать, их можно прятать. Если чувства пропали, значит, это были не настоящие чувства. Поэтому не переживай. Не переживай, не переживай. И еще раз, не переживай. Какую фразу ты часто говоришь? Вот, такие дела. Слова-паразиты. Джарахов или Афоня? Прусаков. Ты общаешься с девушками, с которыми когда-то встречался? Конечно, общаюсь. Не со всеми, правда, но общаюсь. Когда у них есть время, когда у меня есть время. И в основном, правда, по интернету. Ты любишь страшилки? Если да, то какой канал? На данный момент я смотрю Дмитрия Рея. Вот, хотя смотрела и «Гробовщик», и «Ночь на кладбище», и «Мастерская истории». Но там они все монотонные, и я как-то Я, в общем, под них засыпаю. Кто в важных у тебя скрин? Не, у меня в важных никого нет. Для меня все важны. С кем из друзей или не друзей у тебя самая длинная переписка? Даже не знаю. На моей странице Господи. Но я же не буду скроллить все эти переписки. Я не знаю, как смотреть, у кого самая длинная переписка. Я надеюсь, это переписка реально. не знаю, ребят, не знаю. Насколько для тебя важна поддержка близких? Для меня важна поддержка близких мне людей. Но не поддержка, близких родственников. Но она не всегда, потому что ее фактически не было. Конечно, кроме матери. Маме спасибо, мам, спасибо. Я знаю, ты меня смотришь. Особенно за то, что давала денежку на разные курсы, чтобы я ходила и умела много-много всего. Это было здорово. Я хочу снова так делать. А расскажи, как ты представляешь свою свадьбу, какой она будет и будет ли. Сейчас парни не торопятся с этим. Я не могу ничего сказать. Я просто хочу сказать, что я хочу пышное платье, и неважно, будет оно свадебным или просто платьем, но... Я сошью себе пышное платье и буду в нем ходить, когда похудею. Тебе нравится группа Агата Кристи? Если да, то какой альбом? Мне нравится группа Агата Кристи,
все альбомы, в основном потому, что я не запоминаю их названия, я просто ищу песни, если мне песня нравится, я ее скачиваю, если нет, не скачиваю, ну, короче, как у всех нормальных людей. Я тоже нормальный человек, алло! Факты про твоих друзей, минимум 3 про каждого. Ну, я могу их объединить. Они хорошие, они добрые, они отзывчивые. Вот, 3 факта про каждого из моих друзей. Ну и, конечно же, они любят кошек. Как же без этого? У тебя тоже есть друг, у которого хобби фотомобить. Я не знаю, что такое фотомобить, поэтому я скажу, я не знаю. Я не знаю такое. Что такое фотомобить? Может быть, это фотографировать автомобили? Если так, то да. Ты когда-нибудь передавал... Ты когда-нибудь передаривал свои подарки, которые тебе были не нужны? Нет, я никогда не передариваю подарки, поэтому у меня куча разного, в общем, разных вещей. Хотела сказать хлама, но потом вспомнила, что это нифига не хлам. Потому что они все полезные. Потому что мои друзья умеют дарить подарки. Вот, но лучший подарок это, конечно, деньги. Потому что человек, получивший деньги, может купить себе то, что он хочет. Ну или хотя бы отложить на то, что он хочет. Вот вам идея для подарка. Идея для подарка. Если вы не знаете, что подарить, дарите конвертик с деньгами. Человек точно не обидится. И точно их никому не передарит. Ты общаешься с кем-то из девушек после расставания. Почему? Да, я общаюсь, потому что мне с ними интересно было и до того, как мы начали встречаться, и после того, как мы начали встречаться, но это не важно. Серьезно? Это не важно просто. Я общаюсь с теми, с кем мне интересно и с кем мне нравится общаться. А иначе какой смысл? Какой смысл в общении? Вампирить? Создавать токсичные отношения или что-то еще? Нет, спасибо. Спасибо. Сколько фоток в твоем телефоне? В одном телефоне у меня 4000 фотографий, но я их не выкладываю. В другом телефоне у меня в районе 100 фотографий, потому что я не очень часто фоткаюсь. Такой ответ пойдет? Надеюсь, да. Какие песни у тебя на повторе в последнее время? Я надеюсь, меня не заблочат за Киша, хотя... Короче, «Лесник», «Проклятый старый дом», «Ведьма», я, по-моему, называется так, «Ведьма». Это которая «Ведьма я, эх, ведьма я, такая вот нелегкая судьба моя, силы я наделена, но на беду любовь моя обречена». Сорян, я не старалась. Сколько раз в день ты заходишь в ВК? 1. Потому что с телефона ВК у меня удалилось и больше не устанавливается. Поэтому 1 раз я захожу в ВК и просто там сижу, да? Замечательно. Сколько человек ты можешь назвать своими друзьями? Как минимум 5. Ну, мама ведь в счет, да? Мы же с ней друзья. Мы с тобой друзья, мам, напиши об этом в комментариях, пожалуйста. А то ты смотришь втихую мои видео и ничего не делаешь, даже лайк не ставишь. Ну-ка, поставь лайк. Поставь лайк, нажми на колокольчик и напиши комментарий. Ты чё? Чё, как это? Как будто не родные. Какие сайты ты посещаешь чаще всего? Ютуб, ВК, Ярмарка Мастеров. Чё ещё? Аск. Инстаграм. Ну и, конечно же, свой сайт с минеральной косметикой. Ссылку на него я оставлю в описании. Если вам нужны тени, помады или бальзам для губ, вы обязательно заходите. У меня там еще тайметанука есть. Но лучше покупайте мои тени, потому что они на основе жемчужной пудры. Я стараюсь специально для вас. Пожалуйста, купите тени. Какая погода у тебя любимая? Мне нравится поздняя весна. То есть, когда тепло, но не жарко. И такой легкий прохладный ветерочек, такой легкий-легкий. И ты можешь ходить в балахоне, можешь ходить в худи, и, в принципе, можешь без этого ходить, и тебе все равно будет замечательно, просто по ощущению, просто замечательно. Вот.
Ты смотрел фильм «Лорда Хаоса»? Очень много шумихи вокруг него. Нет, я не смотрела фильмы «Лорда Хаоса». Не просмотрено, извините. Но я возьму на вооружение и постараюсь посмотреть. Возможно, он войдет в список моих топовых фильмов, любимых. Кстати, «Визитеры» — это не совсем фильм, это скорее сериал. Но там всего один сезон, и этот один сезон просто бомбезный. И этот фильм не законченный, так что будьте к этому готовы. Твое поведение меняется, когда ты влюбляешься. Ну, я становлюсь более заботливой, что ли. Более заботливой. Ну вот и все, и как бы это все, что во мне меняется. Как ты считаешь, с кем из селебрити ты бы смог подружиться? Ну, этот вопрос уже был в прошлых ответах на вопросы с Аской Фэма, поэтому мы закругляемся. Вот. И я хочу, чтобы вы сделали для меня одну маленькую вещь. Вам не сложно, мне приятно, как говорится. Либо пошлите мои видеоклипы, а именно какашки, совочки, каким-нибудь блогерам на обзор. Просто если 3-4 человека пришлют хотя бы, ну, блогеру на обзор это видео, то, наверное, будет... Ну, наверное, он будет его обозревать. И напишите в комментариях вопросы, которые вам понравились, или ответы, которые вам понравились. И, возможно, если вы можете это сделать, оставьте свои вопросы под этим видео, и тогда в следующем выпуске будут не только вопросы с Ask.fm, но и вопросы из комментариев. Ну, и я не поленюсь, и лучшие комментарии попадут в следующее видео. То есть они будут высвечиваться на экранчике, вот где-нибудь здесь или где-нибудь здесь. Дерзайте. А вам спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Но я не говорю, что я не буду участвовать в скандалах. Возможно, мне не повезет, и я все-таки влеплюсь во что-то. И мне будет не круто, но ладно, я это переживу.